standing in the rain, watched you walk away. I could barely breathe. I remember you acted unaware, pretending not to notice I was dying there. I remember. Очень хороший денечек, такое солнышко красивое. Я уже мама мне покрасила волосы, жду сейчас 40 минут, нужно подождать. И пока буду ждать, буду заниматься на нашем сайте. Там нужно почистить корзину, разобраться с поштучными стикерами, назвать их и всякое такое сделать, цены понаписывать на стикеры. Короче, кучу дел еще, поэтому, блин, не знаю, сейчас только как-то всего навалилось в плане с сайтом. Что-то мы придумали все в один момент как-то сделать. И вообще времени снимать влог нет. Ну, смотрите, хотела вам показать, какая у меня орхидея красивая. Вот она еще упустила вперед эти штучки. И вон будут распускаться орхидейки. И вот деревья у меня тоже начали разрастаться, красивенькими становиться. И у орхидеи это что-то там начало расти, я не знаю, что это. Похоже на орхидею, на вот эти вот листики. Ну, посмотрим, что там растет. Так что такие вот дела. И в этот раз я покрасилась без фиолетового корректора. Посмотрим, что у меня будет. Надеюсь, что-то красивое. Ну что, покрасилась, и вот такой вот цвет получился. Посветлее, кстати, получился. Я довольна уже результатом. Мы сейчас с Андрюшей будем ужинать. У нас там уже забор продлился. Вообще там красота-прекрасота, калитка появилась. Так что красота-прекрасота. Блин, у меня болит голова. Кажется, что будет дождь. Потому что она прям раскалывается. А волосы такие всегда приятные после того, как их покрасишь. Они прям становятся такими прям пышными, мягкими, и их можно потом целую неделю не мыть, они не жирнеют практически, прям кайфовые. Ну, посмотрим этот раз, потому что когда мы ездили в Польшу, я же перед Польшей туда покрасила волосы, и целую неделю, сколько мы там, ну не целую неделю, не, практически целую неделю, сколько мы там были и вернулись, у меня все это время были мягкие и чистые волосы, и единственное, что меня подвело, это дурацкий душ в Польше. Он там, короче, врубался и облил мне все волосы. Так что, вот так вот. А, разогреваю нам супчик, я приготовил очень-очень вкусный. Блин, я не смонтировала влог вчерашний, сейчас этим быстро займусь, пока отдаю в душе. Фух, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я вас люблю очень-очень, всем пока, ленточек, пока.